Подмосковные и люберецкие полицейские задержали мужчин, которых подозревают в организации занятий проституцией. В полицию поступила информация о том, что в помещении бани, расположенной в подвале многоквартирного дома в городе Котельники, оказывают услуги интимного характера за денежное вознаграждение. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 5 девушек из республик ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 31 года за оказание интимных услуг. Женщины признались, что занимались проституцией. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. Также сотрудники уголовного розыска задержали организаторов незаконного бизнеса. Ими оказались трое жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Подозреваемые предлагали посетителям бани воспользоваться услугами девушек легкого поведения и брали за это деньги. В отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело по статье 241 «Организация занятия проституцией». Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.